В «Газпромнефти» на «Ноябрьскнефтегазе» подвели итоги 13-й творческой конференции молодых специалистов. В этот раз о своем участии заявили около 250 человек. Они представили свои проекты в трех рабочих секциях. Победители интеллектуального соревнования получили дипломы и денежные призы от «Газпромнефти» на «Ноябрьскнефтегаза», а также право представить компанию на Всероссийской научно-технической конференции. К слову, одна из участниц конференции, Елена Ильясова, за свои предложения по утилизации шламовых амбаров получила не только денежный приз в рамках конференции, но и специальный приз от предприятия за лучший проект в части сохранения окружающей среды. У меня тема связана с экологической безопасностью, поэтому мне присудили второе место и специальную премию, так как у нас в этом году, 2013 год Российской Федерации, признан годом охраны окружающей среды. И в компании это год экологии.